Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G62 5G. И сейчас мы разберемся, как включить функции разработчиков. Переходим в настройки. Спускаемся вниз к об устройстве. Спускаемся здесь тоже вниз, чтобы видеть номер сборки. Тыкаем по этой кнопке несколько раз. Вводим пароль. И видим уведомление о том, что мы стали разработчиком. Переходим к системе, и здесь есть функция для разработчиков, которую обычно не видно. Есть куча опций, которые разбирать суток не хватит. И также мы можем увидеть, что если мы уберем эту функцию отсюда, то есть выключим ее, то ее не будет просто в настройках. Надо будет снова заходить об устройстве, тыкать по серийному номеру. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!